Привет, доброе утро. Не знаю, в какое вы время смотрите это видео, но я сейчас направляюсь на учебу. Сегодня у меня, кстати, будет две пары всего. На самом деле не так много. Две экономики. И да, я вам, по-моему, еще не рассказывала, что я живу не во Франкфурте, а в небольшом городе около него. Вся дорога у меня занимает около часа. На поезде мне ехать минут 15-20. Мне уже пришлось надеть свою маску, потому что вообще во всех общественных местах и, конечно же, в том числе на вокзале нужно обязательно быть в маске. Кстати, можете заметить, она у меня фирменная. Это автоматы, где обычно покупают билеты, но у меня есть студенческая карта, поэтому мне, к счастью, этого делать больше не надо. Я уже стою на платформе, не знаю, слышно ли вам здесь что-то, но я сейчас жду уже своего поезда, он, по идее, скоро должен приехать. Я уже приехала на Hauptbahnhof, это главный вокзал во Франкфурте. И сейчас направляюсь в метро, потому что мне нужно пару остановок подъехать. Я уже в метро. Сейчас быстренько доеду до студент-коллега. Я сегодня даже немножко рано, но поезда просто постоянно опаздывают. На 10-15 минут это практически стабильно, поэтому я даже в шоке, что сегодня прям четко. На самом деле у меня есть небольшая проблема в том, как вам заснять нормально этот влог, потому что в Германии очень развито такое понятие, как Datenschutz. Это означает, что ты не можешь снимать людей без их разрешения, и тут люди прям очень на это смотрят. То есть если я в классе начну снимать в открытую, то мне сразу учитель скажет, чтобы я удалила это и убрала камеру. Здесь такая достаточно разнообразная природа, и часто можно увидеть вообще разные растения, и при этом, как вы видите, есть цветущие какие-то кусты, и абсолютно желтенькие, красные, и даже уже опавшие деревья. Кстати, довольно интересный факт, здесь очень много людей ездят на велосипедах на работу, либо на учебу. Вот здесь везде идут вот так велосипедные дорожки, они идут практически по всем дорогам, вдоль дороги для машин, но они, видите, все равно идут обособленно, что мне кажется очень удобно. И мы, собственно, пришли в мой студент-коллег. Вот это здание, он такой небольшой. Не помню, рассказывала ли вам, но это вообще вилла. Старая вилла каких-то богатых людей, которую оставили нам под студент-коллег. Вот мы заходим. Закончились занятия, сейчас поеду домой. Еще жду сейчас свою одну одногруппницу. Мы должны пойти сейчас в секретариат, попросить там один документ. Я уже почти дома. Хочу вот вам пока рассказать, что сегодня день немножко пошел не по плану, потому что у нас была всего одна пара. Правда, ее сделали чуть-чуть подольше.
чтобы мы немножко еще поупражнялись, там, это экономика предприятий у нас была, потому что учитель по второй экономике, ФАУБЛ, если кому-то интересно, заболел. Вот, смотрите, тут все просто усыпано листьями, целый ковер. Я уже дома, немножко передохнула и покушала, и хочу вам сейчас рассказать, как прошел мой день. И показать, что я беру с собой обычно в студент-коллег. Беру с собой всегда вот такую сумочку. И она мне очень нравится, такая классическая и очень удобная. Итак, первое, что я, конечно, беру, это тетради. Здесь в основном все используют такие тетради формата А4. Если вам интересен формат организации своей, так скажем, учебы, то обязательно пишите об этом в комментариях. Если будет много запросов, то сниму об этом отдельное видео. Следующее, что я беру, это такая небольшая записная книжка. Я сюда пишу все свои домашние задания. Вот у меня тут, кстати, есть расписание. Дальше у меня абсолютно всегда есть с собой бутылочка воды, потому что я просто не могу жить без воды. И, если честно, мне это мало. Мне кажется, здесь максимум 500 мл. Но я сегодня еще с собой брала термос. У меня там было кофе, я всегда беру кофе либо чай. Далее у меня, конечно, в такую погоду есть с собой зонтик, который я, если честно, никогда почти не использую, хоть идет дождь. Но он здесь в основном такой не сильный, и мне как-то неохота доставать зонтик. Дальше, чуть не забыла показать, у меня есть такой веселый пенал. Почему-то все думают, что это банан. Еще одна вещь, без которой, к сожалению, не могу выйти из дома, это пауэрбанк. Просто у меня уже телефон довольно старый, если вам интересно, iPhone 7, и он очень-очень быстро заряжается. Его хватает буквально на пару часов использования. Также у меня из техники есть почти всегда с собой AirPods, только я их постоянно забываю, что печально, потому что я очень люблю, пока еду в поезде, слушать какие-нибудь аудиокниги на немецком. Кстати, я вам уже давала этот совет, что аудиокниги очень помогают в изучении иностранного языка, поэтому если вы еще не смотрели это видео, то я оставлю где-нибудь здесь подсказку. Дальше у меня всегда есть с собой что-нибудь из еды. Вот я, кстати, еще не съела орешки сегодня. Еще у меня с собой были сегодня фрукты и бутерброд с арахисовой пастой, которые я уже успешно скушала, так что извините. Я думаю, вы знаете прекрасно, что это. Это антисептик. И, кстати, тут написано на русском, потому что он у меня еще остался из Беларуси. Далее я всегда беру с собой бальзамчик для губ, особенно в такое время года. У меня ужасно сохнут губы. Надо увлажнить, кстати. Хочу вам еще, наверное, немножко рассказать, как вообще прошел мой день. Я пока не знаю точно, сколько я наснимала материала, но надеюсь, что там было достаточно всего, чтобы понять, как проходит мой типичный день в университете, точнее, в студент-коллегии. Если вы не знаете, что такое студент-коллег, то обязательно смотрите мое видео про обучение. Если честно, я сейчас такая сонная, эту неделю вообще не высыпаюсь. Я не знаю, у меня какой-то уже идет сильный недосып, но надеюсь, что мне получится доснять это видео. Кстати, причина, почему я плохо высыпаюсь эту неделю, потому что, во-первых, я езжу на учебу. А когда езжу, мне нужно вставать на час раньше, то есть это в 6 утра. А пораньше ложиться, как вы понимаете, мне эту неделю не получалось, потому что у меня были всю неделю пробные экзамены, и я все время к ним готовилась. Но, кстати, экзамены прошли не так уж и плохо. Нам вот сегодня дали наши результаты по географии. Все написали не очень, но я, честно, просто ожидала, наверное, даже худшего, поэтому я, в принципе, даже довольна результатом. У меня 3 по немецкой системе, можете загуглить, тут оценки от 1 до 6, и 3 считается, типа, нормальным. Я думала, что я еще сейчас приеду, поучусь, но я уже часа, наверное, 2 почти там кушала, отдыхала, и, если честно, все равно очень уставшая, поэтому думаю, что сегодня уже учиться не буду. И сделаю меня, наверное, хочу попробовать смонтировать уже этот влог, чтобы завтра либо послезавтра его выложить. И да, я поэтому смонтирую видео, возможно, сделаю небольшую тренировку. У меня вот, кстати, здесь коврик как раз, надо его достать. Делаю небольшое включение. В общем, я решила немного поучиться, поделать экономику
Кстати, не обращайте внимания, если что, это мой велосипед на заднем плане. В общем, я решила получить экономику, потому что... Ой, это география, извиняюсь, вот экономика. Потому что у нас через неделю я посмотрела целых 2 пробных контрольные, точнее, экзамены, да, это экзамен называется. Поэтому нужно хорошенько подготовиться. Ja, gestern Abend gegen 9 ich hatte geschlafen. Sehen Sie, das hier hat er da gelassen. На этом сегодня тогда уже все. Пора заканчивать этот влог, поэтому спасибо большое всем за просмотр. Не забывайте ставить свои пальцы вверх, подписываться на мой канал и писать свои комментарии. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!